Всем привет! Продолжаю потихонечку переезжать наверх. Основную базу делать здесь. Наконец-то поставила себе тепловарку. Правда, пока она не работает, потому что нет электричества. Но наконец-то можно будет делать киблы. Вот. Поставлю здесь потом холодильники и прочее. Генератор будет вот такой у нас. Вот такой у нас будет репликатор работать. Так всего на астроцетус тут можно сделать. Прикольно. Вот. Ну все, короче, перенесу сюда. Рано или поздно здесь стенки пока не хватает. А так выход у нас тут. Платеозавров я разместила тут. Тут у меня начинается уже тепличка. Кое-что даже растет. Это элементная пыль. Мот ее добавляет. И сразу что-то много растет. Здесь я жуков размещу с Фионой, как всегда. Так, если подняться, то кое-что уже здесь есть. Вот такие под ресурсы я сделала. Это под пыль. А это для Нифа Скибла. Это я убила Дрейка из Атласа. Вот такая фигня. Арк свернулся. Вот. Вот такая вот фигня. Мифос Кибл. Ой, Мифос. Это для Мифос Кибла. Вот если я сейчас его найду. Нет. Да, вот такой. Но мне нужны Тартуга, Шилдхорн и Резертуф. И нужны их удовлетворенные яйца, то есть мне сложно будет, да, достаточно такой кибл сделать. Что касается, кстати, этого кибла, так, секунду, секунду, кстати, перенесла сюда еще стегозавров. Так вот, лечу, покажу. О! Это я, пожалуй, заберу. И мне пофиг, что вы против. Да, лучше убить. Не против, да? Спокойно отнеслась, хорошо. Так вот, что я хотела показать. У меня прямо около базы гидра заспаунилась. Чему я не совсем рада, конечно, потому что, ну, опасно. Но ей нужно вообще 15 киблов. 160. Так что, если мы будем находить Резертуфов, не вот таких, это явно кристальный. Так вот, Резертуфов и прочих, как их, из Атласа, Шилдхорн и Тартугу надо будет приручать, и вообще пофиг, что они маленького уровня. За кадром. Пока я приручала Бархиозавра, я заодно усыпила парочку вот таких грифонов, самца и самочку. Так что потеря у меня восполнена. Самец получше уровнем был. И вообще, по-моему, стату у него получше. Хотя урон у него лучше. Их можно спаривать. Так, вроде больше я ничего не делала. Давайте самца возьмем. Качнем ему здоровьице. Скорость передвижения не вижу смысла. Выносливость, наверное. Держи тебе мясо, чтобы сразу было нормально передвигаться. Сегодня будем, короче, заниматься приручением на кибл. Нам нужен самец Рекса. Ну и желательно, конечно, еще одну самку. Можно и маленького уровня. Кстати, в секвойке я видела самца Резертуфа. Не помню, правда, какого уровня. Давайте до туда долетим. Я сделала переспаун дикой живки, сразу говорю. У меня лаги начались. А, это тот самый Хадзагаптерикс.
тот самый, которого я так тогда хотела притамить. Он, правда, он в воде. Какого хрена ты в воде? А то я бы приручила. Но я запомню, что ты тут. Так что вот здесь теперь босса нет. Жалко, конечно, подестрой Вайлдинос. Село на Пелагорниса надо взять, оно мне точно пригодится. Кое-что я же буду томить. Только здесь у нас гига. Иди сагрись на них. О, Шилдхорн. По-моему, да? Да, 50-й самец. На кибл пойдет. Поэтому тебя, наверное, вот так. Проверка. Можно ли тебя поднять? Возможно, тебя может поднять Кицаль. Ясно. Это печально. Ну, ладно. В принципе, оглушений не так уж и много. Еще подпрыгнуть не могу. Ага, могу. Ладно. Поагрился немножко и ладно. Мне нужен еще бентронг. Держи. Хорошо. Первый есть. Берется с мамонтом. Не знаю, кто победит. Но будем надеяться, что Резор Дуф. Попала. В принципе, ага. Так, не надо так. Воду не надо. Где-то там. Блин. Тяжело без ловухи. Райки-то это жестко. Но все равно надо потихонечку выстреливать пока. Есть возможность. Ой, я убила сову. Он отъелся с этой совой, видимо. Трайк за ним бежит. Трайк мы в воду скинем. Ой, не скинем. Ты всех на себя загрел, что ли? Так, ладно. Наверное. Надо попробовать ему помочь. Тут 135-й мамонт. Иди сюда, да. Слушай, неплохо.
Молодец. Так, по крайней мере, он отъелся. Снова. Какой агрессивный товарищ. По-моему, мы еще в пустыне видели. И шелдхорнов, и резертуков. Оглушение быстро падает, да? Ладно, попробуем так. Зачем в воду? А вылезти сможешь? А, ладно. Бентуронг. Попробуем. Бентуронгом. Так. Как пассивно. Блин. Блин, а он таймится пассивно. Ну, будем считать, мы его убили, да. Каким-то образом было пассивно надо таймить, оказывается. Так, куда я летела-то? Я хотела в пустыню. Где-то тут. Ой, а этот, по-моему, не агрессивен. О, Шилдхорн. Ну, блин, опять самец. Вот ты, по-моему, не агрессивен вообще ни капельки. Ты хочешь дружить, да? Тебе надо подкармливать. Ну, давай подружимся, чё. О, шунозавр. Вот кого тоже надо томить. Ну, я как всегда, короче. Я в своем репертуаре. У меня есть цель. И когда я ее нахожу... А потом я вижу что-то еще. Блин, этот дружелюбный хищник. Он мне нужен. И вот этот нужен. Он классный. Куда ты? Давно такого хочу, но не находила нормальные уровни. Где? Вот. Вроде не шибко-то быстро это просыпается. Ненормально так быстро тавится. Может быть, оставить тебе? Ты из Джурасика? Да, это из Джурасика. Кстати, хорошие уровни. Пастазухус. С яйцом. Так, блин. Еще пастазухус. 170-й. 60-й, ну 60-й пофиг. И, тем более без яйца. Так, 160-й, такого бы тоже. А ты что такое, тирано-титан? Тебя я убью. С тебя ДНК падает. Давай.
должна, во всяком случае. Да, упала. Так, кирка выкидываем. Шипастика счищаем. Яйца надо подбирать. Что-то мне повезло, хорошие уровни. А у меня еще яйца есть, которые с этого, не с ивентового, ну, заспаунены по стазукусу, аркейн или как-то там. 140-й, 140-й, блин, оба 140-й, нельзя, чтобы они на меня согрелись. Где тут еще был-то? Вон, в кустах. Так. Надо подождать, пока отойдут. Все. Маслопс 50-й. Мне маслопс еще нужен. О, костюмы тушканчиков. Они до сих пор бегают. Вот кого бы еще притамить. Но это долго. Хотя, может, с одного лимона притамится. Ну-ка, давай попробуем прыгнуть с тобой на базу все-таки. А это еще что такое? Босс какой-то, Ютиранус. Ужас какой. О, Дуру Яку, 45-й. 135-й. Надо мной издеваются. Да? Потому что я их тоже всех хочу. Я такими темпами не доберусь сегодня до яиц. Апофис. И еще один, да? Да. И Балаура же тут, да. Фак. Поместить еду в последний слот. А ты это не ешь, что ли, все-таки? Ну-ка, клубничку ты ешь? Клубничку ест. Как странно. А лимоны не ест. Гигантораптор еще. Тоже хочу. Я хочу их всех. Мне нужно здесь ловушку поставить, что ли? И по очереди всех затаскивать туда. Давай. Отлично. Можно попробовать с грифона тебя настрелять. Терпим. Пока набирается, может, уснет даже. Уснул. Так, ну нам бы мед, конечно. Но меда у меня сейчас вообще нет. Поэтому держи-ка ты баранинку. Тяжело вас томить. О, лягушенька. 135-я. И 55-я, блин. 135-ю я бы забрала домой. Или здесь уж ее притамить. Плотинка. Красивая. Даем тебя чуточку вот сюда. И
Где ты? Стой, 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 стой. Ага. Отлично. Может быть, и приручу, когда у меня будет помпа нормальная. Так, продолжаем искать этих. О, Аксалая. Аксалая, кстати. О, тушканчики. Аксалая не должна агриться. Куда ты? Куда ломанулась? Гига 135. Можешь сжечь их все. Ох. Ну, есть шанс. Альфа Карна. Мимо Альфа Чая не могу проходить. Что-то мы получили, да, пику? Ну, пика фигня, ну ладно. Зато мы прокачались. Ладно, интересно, жива ли Аксалая? Не жива, так как-то даже спокойнее. Я ее точно, значит, не буду приручать. Аксалая жива. Конечно, правда, здоровья мало. А, все нормально, она отъелась. Вот этот опасный товарищ. А ты просто не агришься, да? Ну-ка, проверим. Иду в последний слот, ага. Тоже отъедайся. Не будет ли он агриться на Аксалаю? Хороший вот вопрос. Тащить бы его вон туда, в воду скинуть. Ну ладно, попробуем покормить Аксалаю хотя бы разочек. Нет, не покормим. А вот теперь покормим. Убить бы тебе, знаешь, друг. Давай мы тебя лучше убьем. Оглушил.
Теперь мне стало спокойнее. Тут столько всего интересного. Все, теперь ты живешь со мной. Демокрафуты. Это, конечно, здорово. О, спина. Тоже на яйца мне нужен. В принципе, одну самочку-то можно и такого придать. Ну-ка. Спит. Так, демокрафуты. Они вообще агрятся на все. Буду приручать просто всех, кого могу. Так, один спинозавр есть. О, Шилдхор. Самка. Вообще пофиг какой-то уровень. Давайте магмозавров счищать. Кстати, один там 130-й тоже бы можно продать. Уснет. Притавлю на баранине, наверное. Блин, наверное, придется усыплять еще раз. 4. Даже меньше, все. Очень быстро спадает оглушение. Так, блин, там еще один какой-то. Чего? А 20-ю дай на углу. Да. Так. Где? Вот. Хорошо. На. А почему эффективность 90? Тебя этот тушкан задел? Ну, серьезно. Только сейчас обратила внимание. Ну, ладно, обидно. Все равно заберу. Теперь Шилдхорн, наконец-то. Я смогу хотя бы начать делать кибл. Хватит! Стой! Не в воду! Может, потом еще найду получше уровня. Ладно, давайте тогда другое сделаем. Надо сделать чуть больше дротиков сейчас на базе. И притомить гигу, что ли. Ну чё? Тоже на яйца нужна. Гига. И рексы, и лозавры, и меглозавры. Кстати, насчет меглозавров. Посмотрим, есть ли здесь меглозавры. В
пещеру, я не полезу за ними. Есть всего, к сожалению, два места, где есть у нас такие товарищи. О! Вот кого еще хотел притаить. Но это потом. Рекс, самка 20-я. Ну, рексов я уж, наверное, буду томить на острове. По привычке. О, аргент 135-й. На голове не очень удобно. Броню вообще не жалко, не поверишь. О, аллозавр. Самый обычный. Одного, наверное, убьем. Ой, одного можно и приручить. Такие у меня есть дейнонихи. Аллозавр 130-й есть. Оттащим его в ловушку. Сейчас вот здесь пляжик обычно безопасен. Тут, наверное, я тебя скину и передохну. Такой у меня уже есть. Ой, надеюсь, ты ни на кого не будешь агриться. Попала. Чудесненько, я попала. В принципе, никого он прогрызть не должен. Побудь там пока. А, я знаю, что он грызет. Ты убегаешь? Да. Винтуронг. Попкорн действует. Отлично. Кушай. Ладно, черт. Сохраняем мир. И прыг на лавовый остров. Аргенту там ничего не будет, пока меня рядом нет. Ой, пролаги тут какие. Но Гига тут выйти не должна. Что у нас тут? Фасалозукус, карнотавры, тиранозавр 135-й. Так, мир немножечко подожди. Вам в каменную. Первое. Второй. Угу. Отлично. А вообще, сейчас вернусь. Чего я трачу дротики?
Вот заодно тебя новенькую протестируем. Ну, кроме того, что у меня нет совсем возможности. Так. Просто сделаю так. Одна уснула. Ну, конечно, глушаешь ты хреново. Давайте урон качнем. Вот так. Набирается? Больше нет? Нет, еще набирается. Отлично. Так, гига у нас тут есть. 135-я. Запомним. 50-я. Вот здесь тогда... Блин, что-то я начала кашлять. Здесь летал Хадзагатерикс, уже не летает. Альфа не Авинатор. Вот кого бы убить. Попробуем. Блин, он подкидывает. Чё хреново. Еще и голем вылез. Как я гигу-то вести буду? О, получилось. Ой. Он на пульт напал. Так, он багует, вот это хреново. Рекс у меня что там? Почти притаймился. Его бы ловушку загнать. Сейчас он, блин, их опять убьет, а у меня, верно, уже... Одной ногой в могиле. Опять отхилится. Ну как-то его надо отсюда счищать. О, Рекс. Можно загнать какую-то ловушку. Нить. Сюда. Дай попробуем. Или ты забаговался там? Нет, 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 нет. Блин, на Рекса напал. У Рекса быстро падает здоровье-то. Отлично. Получилось. Так, иди сюда. Ай, а теперь давай иди сюда. Не получилось, слишком быстрый. Так, ладно. А если я сяду вот здесь? Подкоплю стаминку. Он, наверное, сейчас сюда прибежит. От него надо избавляться. Где? Куда делся? А, вот он. Угу. Сможешь залезть хоть в одну ловуху-то, а? Друг. Который мне не друг.
Может, прыгнуть на базу и другую Виву принести. Ага, получилось. Ну что, попробуем пожечь тебя. Горит, все нормально. О, и даже кусями достает. Все нормально, сейчас убьем. Может, тело получим, потому что не авинатор это потом я хочу томить. Так, запись идет, все нормально. Так, стаминка. Стаминка. Рыбой лучше, кстати, стамина, мне кажется, восстанавливается. И праймом. Вот, праймом вообще полетела. Рыбой. Ну, тоже неплохо. Я не достаю тебе. О, ну ладно. Что, с него ничего не выпало, да? Или это потому, что он в ловухе был? Время какое-то прошло, я отличилась, уже домой слетала, кое-что там поделала. Проблема просто у меня, что дети прибыли. Точнее, старший из садика вернулся. Сейчас рядом, как всегда, со мной мультик смотрит. Вот кого мне надо попробовать завалить. Это мне понадобится на Мифос Кибл. Интересно, ну хотя мы же убивали шелдхорнов, ничего с них не падает. Надо именно вот Атлас Дрейков, возможно, с Гидр падает. Ну, в общем, тех, на кого Кибл этот идет. Попробуем загнать в ловуху. Лига. Да-да-да-да. Только не бабуй меня. Ой. Вылезала мне тут. Сколько вас? Сколько безымянных? Это пипец. Да, гига. Мне нужна только гига. Оп, опять куси. Давай сюда. Вот и все. Так, отсюда гига не должна никак выбраться. А вот вас надо убивать. А с вас что-нибудь падает, интересно? Ну да, в принципе. Что-то падает. Надеюсь, не очень хорошо слышно, как у меня ребенок сейчас смотрит мультики рядом. Его самого тоже, надеюсь, очень плохо слышно. Ну ладно. Так, надо начинать с вот таких дротиков. Раз. Два. Уже 25 тысяч. Надо еще будет таких наделать. Но вначале надо найти альфачей. Плоховато они спаунятся. Мне просто потом не будет насчет ребенка. А, это я говорю насчет ребенка. У меня потом просто не будет больше возможности позаписывать, скорее всего. Я уже говорил, выходные я уеду.
до этого времени у меня дел много, а выпуск надо бы сделать, смонтировать. Все, да, немножко осталось. 5 дротиков. Меняю, наверное, на эти все-таки. Отлично. У нас есть гига. Пока ловушку я тут и оставлю. Вот сейчас я его уже заберу, а может быть кто-нибудь еще заспаунится. Тем более, в основном, жирка, ломающая металл, интересная, появляется тут. Не, я. Ну, не могу я заканчивать выпуск. Пока. Так, не знаю, кого я подобрала. Самка с... Окей, вот 95-ю у меня, пожалуй. Тоже заберу на кибл. Лазаврики. Опа. Ай, стули. Оно? Она? Да, 95-я. Молодец. Молодец, сиди там. Все? Все. А вот и спинозавр, про которого я говорила. Блин, он на жирафика, да, загрелся. Ну, давайте пока понастреливаем. Блин, попала в жирафика. Можно помочь. Надеюсь, дальше сам. Спиноч отличился. Молодец, спиноч. Все. Теперь... Прежде чем я туда полезу, надо счистить вот эту рыбку. Потому что она агрессивна. Да, я встану? Нет. Отлично. По разочку куснула. Или я могу сделать так. Острелы. У тебя, да? Отлично. А вот вторая. Так. Вроде больше никто. Где у меня... Вот. Залезь бы на тебя.
принципе, вроде зарезала, да? Чуть-чуть. Ну и, наверное, надо поднять немножечко торпора. Так, никто не агрится, да? Все хорошо. Вроде больше я их не сегодня хорошую живку или вообще хоть какую-то не видела. Разве что мегалозавра, но мегалозавром мы потом займемся все-таки. Мегалозавра точно я в этом выпуске томить не буду. Так что давайте я дотапливаю спинозавра и на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто выпуск посмотрел, кто поставил лайк, эти, кто в чатик писал. Там, тем отдельное спасибо. Я, наверное, за выпуском поищу жирафа титана хорошего уровня, самку, чтобы... Это диморфодон? Ладно, не отвлекаюсь. Чтобы она несла мне яйца вместе с моим жирафа титаном. Хочу их парочкой. Ну и, в общем, наверное, все, что я смогу сделать за выпуском. Всем пока-пока.